Сегодня Гомель означает 75-ю годовину вызволения от нацистских захопников. Мероприемства, которые проходят во всех районах города, начались с урочистых митингов на мемориальных комплексах. У советском районе митинг прошел каля Кургана Славы. Он был створен в 60-х годах минулого стагодия. Самый активный удел в будовництве принимали мясовые жихары, которые приносили землю с места, где проходили бои. 13 годов тому эту традицию обновили. В рамках громадянско-патриотичной акции «Беларусь. Земля славы ратной» на курган привозит землю с места у героичных подей. Причем размова не обовязково идет про буйные битвы. У приватности сегодня до кургана славы привезли землю со Жлобина и Буда Кашалевского района, где дейничали молодежные группы подпольщиков. У 1942 году яны были арештованы и забиты. Ускладенные до мемориалу кветки, знак удячности усім, кто змагался за свободу и незалежность нашей родимы. Этот день мы думаем об одном. Не дай Бог, чтобы это повторилось. Не дай Бог, чтобы наши дети, наших детей коснулось такое, что коснулось нас. Дай Бог, чтобы светлый день, вот и такой, как сегодня, чтобы постоянно рады были все друг другу, человек человеку, улыбались.